Всех приветствую. Ой, я забыл про микрофон. Всем привет. Я только что прогуливался по улице Победы. Ну, кто смотрел ролик, тот знает. Чисто случайно увидел точку Максима. Микроволокно из Швеции. Мы с Максимом уже давненько знакомы. Я приобретал у него товар еще в позапрошлом году. Поэтому я захотел рассказать вам об этом человеке и про его точки. У него еще одна, кажется, точка есть. Я что-то на нее не особо внимания не обращал. Сейчас вас ориентирую. Вот там вот шашлычный рай. Улица Белинского. И чуть-чуть проходите дальше в сторону Туапсе и увидите здесь такую точечку с санкционными товарами. Микроволокно из Швеции. Здесь же вы увидите Максима, хотя, может быть, и не увидите его. Добрый день. Всем здравствуйте. Ну что, наверное, мы попросим Максима, чтобы он сам рассказал про свой товар, потому что я такого не расскажу. Я знаю, что хороший товар, качественный. Его рекламировать мне не стыдно. Еще раз здравствуйте всем. Так, да, в руках подержу. Да, это у нас изделия из микроволокна, которые очень хороши и себе, и на подарки абсолютно всем. Ну вот, например, очень рекомендую такую штучку интересную, называется кошачий язык. Это такая варежка, которую вы прям на руку одеваете, и все чистите. Одежду, ковры, мягкую мебель, и шерсть убирает, и ворс, и нитки, и волосы, и даже тополиный пух. А с нее просто мокрой рукой в раковину стряхнули, он снова чистый. Вот, это очень крутая штука и себе, и на подарки тоже. Потом, конечно же, самая знаменитая наша салфеточка для стекол, зеркал и окон. Ее мочим руки, берем мокрыми руками и вытираем окно, стекло, зеркало. Ни моющих, ничего не нужно. Окошко туманом покроется таким, который не нужно убирать. Он исчезнет, все чисто. Ей же стеклокерамику, нержавейку, фасады кухни полируем. Служит больше 10 лет. Идеальный подарок с юга. Ну а банная наша линейка, она вообще вне всякой конкуренции. Например, вот есть полотенчики, которыми вытираться даже не надо. То есть вы просто прислонили их к телу, вы сухие, и влага впитывается мгновенно. И остатки моющих тоже. Ну и приятное оно настолько, что приложите, так с ним ходить и будете. Причем оно есть и в форме полотенец, и тонких, и пушистых. А есть в форме парео. А парео — это уже и полотенце, и одежда в одном. То есть после душа, бани, моря, одели и пошли вытираться, вам не придется. В общем, вся продукция настолько классная и качественная, что вы хоть раз ее попробуйте, все, пока все у меня не купите, вы точно не успокоитесь. Поэтому это идеальный вариант и для себя, и на подарки. Я подсмотрел, я подсмотрел, что у вас какая-то программа лояльности. Да, вот это, кстати, самый главный плюс. То есть для того, чтобы приобрести всю нашу продукцию со скидочкой, можно скачать наше приложение по вот этому вот QR-коду. И, собственно говоря, что дает вам это приложение? Во-первых, вы будете получать постоянную скидку. То есть вы что-то купили, у вас идет кэшбэк на следующую покупку. И скажу больше, через это же приложение вы сможете, купив что-то здесь в Лазаревском, заказывать потом это все себе домой в любой город. Мы доставляем и почтой, и с деком, куда угодно. А так как вы когда попробуете, захотите все, то есть это будет очень актуально. И у вас проблемы с подарками вообще отпадут. То есть они будут эксклюзивные, необычные и, собственно говоря, приятные. Теперь я продолжу. Я бы сказал еще, что нужные подарки, это действительно нужные. Вот, кстати, смотрите, образцы на девушек. На мужика не смотрите, на девушек смотрите, вот. Я сам пользуюсь, поэтому я с твердой уверенностью могу все это подтвердить. Кроме того, я так понял, у Максима еще есть точечка на улице Социалистическая, это ближе к центру. Да, Социалистическая 5, это... Социалистическая 5. Это по проходу, где Текила, и там прямо практически у моря. Давайте мы с вами там встретимся. Да. Все договорились. Все по-взрослому, как говорится. Все вам покажем. А пока одна из точек для тех, кто проживает в этом крыле, где улица Добролюбова, Белинского, Победы, вот конец, вот вам сюда. Сейчас, надо сориентировать по номеру дома. Что сложно вот в этой... Сейчас. Найду номер дома ближайший. Или... 205. Номер 205. Вот здесь вы Максима найдете. Ну или девчонок. Победы 205. Все, всем пока. Маленькая рекламная акция закончена. Санкционный товар из Швеции. Всем пока.